Вот. Поскольку у нас действительно явка еще не стопроцентная почему-то, действительно предлагаю начать. Ну, так, немножко познакомиться тех, кто вчера не был, а сегодня приехал только. Вот, и немножко обсудить действительно, наверное, тему, за там, к чему готовиться, к освоению каких инструментов готовиться IT-джазмену. Поскольку здесь собрались именно такие господа, я думаю, что каждому есть что сказать. Именно IT-джазмены. Почему именно такие, не знаю, ну, весной мы, год назад мы думали по поводу того, что как бы сменить нам имидж, да, то есть чем там, удивлять людей на мероприятиях, чем мы занимаемся вообще на наших заседаниях там, или съездах. Как-то слова съезды, заседания уже приелись. Вот. Ну, творческий подход дал свои результаты, нашлись некие сравнения из других областей жизни. Вот. Возникла вот аналогия с джазом, поскольку джазовые музыканты смешивают различные стили, различные инструменты, при этом у них получается музыка. IT-директора в этом плане чем-то их напоминают. Ну, нам тогда так показалось, поэтому назвали IT-джаз. Вот. А поскольку не так давно ехал в поезде, и почему-то мне пришла мысль в голову о том, что мы даже тогда, может быть, не до конца понимали вот эту всю аналогию. И на самом деле IT-директора гораздо круче, чем IT-джазмены. Потому что ну, джазмены в смысле тех людей, которые организовывают выступления, да, то есть там, не знаю, там, руководят там, джазовым оркестром или руководят джазовой группой. Вот IT-директор тоже руководит, но только у него весьма ограниченные возможности по сравнению с руководителем оркестра джазового, да. Что я имею в виду, да, то есть от нас требуется, чтобы IT звучало, да, вот музыка звучала, с одной стороны. С другой стороны, когда мы предлагаем хороший инструмент использовать для этого, да, там, предлагаем использовать хороших сотрудников, там, квалифицированных рабочих, сказать, вот этот там сотрудник будет классно, знаете, этот сотрудник дорого стоит, мы его не купим. А можно ли вместо этого инструмента использовать бесплатный? Ну, или хотя бы не такой дорогой. Ну, будет же хуже. Ну, хуже будет, ну и что? Вы же мастер своего дела. Значит, можете, сделайте, пожалуйста, вы там, вот, а заодно сэкономьте денег у предприятия. Поэтому с точки зрения вот этой, я понял, что IT-директор на самом деле находится в гораздо более сложных ситуациях, вот, гораздо сложных, более сложных условиях, потому что ему приходится исполнять музыку на том, что у него есть. А. Б. На том, что ему дадут. В. Если еще доказывать, что ему нужно еще что-то для того, чтобы она звучала. Ну и так далее, да, то есть в итоге музыка должна звучать так, чтобы бизнес работал непрерывно. И вот здесь, мне кажется, как раз и кроется вот это, скажем, искусство IT-джазмена, да, то есть как вот в этих всех условиях ограничений, таких вот внешних и внутренних, выстроить все так, чтобы работа бизнеса получалась эффективной при использовании информационных технологий. Ну вот где-то вот такая у меня возникла аналогия, не знаю, правильно или неправильно, но мне почему-то показалось так. Вы можете меня поправить или дополнить. А заодно как бы продолжим это знакомство по кругу. Вот Ярослав пока еще идет. Ну, пока еще уже. Уже, да, уже идет. Ну так вот слева направо по кругу мы сразу и приобщим. Микрофон? Да. Да. Здравствуйте, коллеги. Меня зовут Ярослав Кошманенко. Я руководитель компании BIT, город Днепропетровск. Компания занимается предоставлением услуг для бизнеса, или еще называют аутсорсинг IT-услуг. Вот. Недавно мы перешли в новую стадию. То есть мы были раньше отделом в составе компании. Сейчас мы вышли в отдельную структурную единицу, как бы компанию в отдельную создали. Ну, в принципе, я сегодня буду об этом говорить, и не только об этом.
Ну, ближе познакомимся в процессе диалога уже. Из внутреннего IT-дирижера он стал внешним почти. Да, почти. Спасибо. Александр. Грачев Александр, фирма Delta Medical. Я пока руковожу частью оркестра из джаза. Готовлюсь руководить полным. Интересно посмотреть, кто на каком опыте, кто какой опыт приобрел, ну и свою какую-то скрипку сыграть в этой партии. Спасибо. Здравствуйте. Тихонюк Руслан. Кубгаз, замгенерального по информационным технологиям. Ну, хотелось бы послушать мнение коллег сегодня. Коротко. Коротко. Добрый день, Селихов Александр, компания «Литограф», IT-директор. Ну, посмотрим, хотя, по крайней мере, раньше джаз это было скорее некий коллектив, где каждый дует, как ему хочется. И вообще идеи у них как раз никогда не было так. Сыграть под настроение. Ну, если попадался сверхджазмен-солист, ну, что-то получалось цельное. А если нет, то... Да, ну, то есть, посмотрим. То есть мы на самом деле в итоге пришли к тому, мы что скорее... мы выглядим примерно так же, да? Ну, когда как. А в некоторых моментах мы должны скорее выглядеть как бывший какой-нибудь там советский оркестр центрального телевидения и радио такой. Да. Ну, посмотрим, как оно у нас пойдет. Сергей Бутенко, фирма «Проком». Ну, мы как бы в контексте этого занимаемся, наверное, поставкой, не знаю, каких инструментов, барабанов, наверное. Вот. Ну, что-то такое, если считать, что там бухгалтерия задает какой-то ритм. Вот, и всякие такие вот, ну, мы, наверное, их поставляем, эти барабаны, и учим на них барабанить. Ну, если шире, у меня тоже, я вот согласен с Александром, у меня все время ощущение, что джаз, он происходит вокруг нас, а мы внутри этого джаза представляем из себя оркестр и хор Советской Армии. То есть пытаемся всех как-то структурировать, вот, а, в общем-то, то, что приходится наблюдать на проектах, ну и вообще как бы в стране достаточно анархическая ситуация, то есть и население очень талантливое, вот, то есть никто ж не читает никаких инструкций, там мы их пытаемся там писать, куда-то их всех загонять, вот, а люди занимаются изобретением, вот, тут непрерывно изобретают какие-то обходные пути, вот, и мы входим в какую-то... Вот мы же не можем просто так вот взять и все поменять, да? Мы работаем с какой-то архитектурой, ну, каждый со своей, но в итоге она какая-то есть. Вот, и мы находимся в ситуации, когда вот, ну, как бы джаз и импровизация происходят вокруг нас, мы этих джазменов отлавливаем и заставляем петь хором, а они вот, ну, никак. Поэтому... Ну, я думаю, что да, тут как бы по-разному. Мой-то взгляд больше снаружи. Вот мы как бы там со своими барабанами придем, постучим, потом уйдем, а хор продолжает петь. Поэтому тут взгляд стандартного IT-директора, он, наверное, будет отличаться от моего. Пока как бы то, что я наблюдаю, вот это мы пытаемся прийти с какими-то такими более-менее жесткими подходами к, ну, к полностью аморфной какой-то ситуации. Ну, во всяком случае, это такое мое ощущение последних там проектов. Угу. Вот. Ну вот, наверное, если джаз рассматривать чуть шире, то, наверное, мы не только мы в него играем, а и, ну, все вокруг нас. Да, я не уточнял, кого я имел в виду под исполнителями, между прочим. Да, вот правильно, да. И еще хочу сказать, Сергей, у тех, кого называют, ну, называли раньше, сейчас я не знаю, классическими, ну или как угодно, у них никогда один концерт не был похож на другой. Если мы так будем работать, ну, я не знаю вообще. А
Это как раз нормально. Вот я как внешний консультант могу сказать, что двух одинаковых предприятий не бывает. Правильно. Поэтому у всех предприятий своя музыка. Это да. Но если мы внутри предприятия будем работать как джаз, то есть, а сегодня мы так. Так у нас сегодня настроение осеннее. Мы сейчас вам такой блюз со свингом сделаем. А потом начинается такой рок ближе к концу года. Я бы сказал так, что вот аналогия с джазом, она в каком-то смысле вынужденная. Или, там, не знаю, пришло осознание, что ли. Звучит просто красивее. То есть, если мы скажем, что мы... Не то, что красивее, просто... Народ к нам не потянется. На самом деле, чем мы занимались, скажем, многие годы, вот мы как раз и пытались сделать вот то, что, о чем сказал Сергей, там, и о чем говорили вы, то есть... отловить всех, выстроить и сделать оркестр. Вот много лет мы этим пытались заниматься. Не получается. Вот не получается на наших предприятиях выстроить оркестр. То есть вот, а что такое оркестр? Это когда все расписано по нотам, да, там, по процессам, значит, кстати, бизнес-процессам, структурировано, автоматизировано, каждый в своей ячеечке поет по тому, что ему там написано вот на этом пюпитре, да, там, по инструкциям, грубо говоря. Не получается. И вот когда это не получилось, появляется осознание того, а надо что-то с этим делать. Музыка-то должна звучать. И вот из-за этого и получается, что, как же, ну, не совсем оркестр вот в том советском, да, исполнении, а вот нужно искать какой-то компромисс. То есть кто-то играет как в советском оркестре, кто-то играет по-своему, кто-то еще как-то. А в итоге вот тому, который IT-джазмену, надо все это сложить в какие-то кубики, да, и чтобы была музыка, а не какофония. Вот я это имел в виду, когда говорил по мастерству IT-джазмена. Ну, я тогда позволю себе последнюю реплику, чтобы уже коллег не держать. Да, мы упускаем из виду фигуру продюсера. То есть есть еще парень, который за все это платит. Вот. И вот он как раз требует, вот у него в голове оркестр Советской Армии, он так думает. Вот, что у него все построено. Там а вот на самом деле нет. Я думаю, я что у него в голове, так как сказал Александр, сегодня оркестр, завтра джаз, а послезавтра еще что-нибудь попробуем. Ну, в каждый момент времени он думает, что он очень упорядоченный. Да, да. И точно знает, чего хочет. Это называется отсутствие стратегии развития бизнеса у нашей компании. Понимаете, у нас собственник, он же руководитель, он же продюсер, ну, как правило, да, то есть. И, соответственно, вот сегодня у него гениальная идея с утречка, завтра другая гениальная идея, и предприятие должно под нее плясать. Ну, так и есть. По сравнению с 90-ми мы совершили большой скачок вперед. Надо признать. То есть уже все не так плохо. То есть уже пляшем, как бы это, ну, более уверенно. Ну, да? Ездили, научились там как-то, в общем. Хорошо. Пляшем так, как кто не пляшет, тот москальник, так? Добрый день. Меня зовут Сергей Романовский. Я работаю в компании ОКИ. Мы известны, наша компания известна издавна как поставщик высококачественных инструментов для бизнеса, если это называть IT-джазом. На мой взгляд, идея очень удачная, и сравнение это очень удачное вот с теми условиями, в которых сейчас приходится работать. Ведь основа любого удачного проекта, джаз-проекта или джазового коллектива – это всегда профессионалы, это всегда коллектив единомышленников и высоких профессионалов, каждый в своей области. У них есть профессиональные инструменты качественные, и тогда они могут создать шедевр. Каждый работает, это только кажется, что каждый работает сам по себе, ведь шедевр музыкальный и какофония – это совершенно разные вещи. Они объединены одной целью, они объединены чувством стиля, чувством локтя. Они очень хорошо, профессиональные музыканты всегда очень хорошо чувствуют друг друга. И несмотря на то, что каждый концерт или каждое исполнение оригинально, то есть каждый проект ведь тоже оригинален, и не бывает двух одинаковых проектов, как не бывает двух одинаковых компаний. Но результат всегда красивый, полезный, интересный и приносит удовольствие, приносит счастье, а продюсеру приносит дополнительную прибыль. Вот поэтому я считаю, что особенно в сегодняшних условиях, когда настроение публики меняется моментально, внешние условия меняются очень быстро, и внутри нашей страны все меняется, и в мире
появляются новые тенденции, вот те же облака, о которых мы говорили, да, и новые технологии, новые принципы работы, переход от продажи там коробочных продуктов к сервисам, к аутсорсингу, к подпискам, если мы говорим о софтвере. Все меняется очень быстро, меняются настроения, но цель всегда одна. Цель – это эффективность, это построение структуры, работающей эффективно, профессионально, красиво, в конце концов. И если профессионалы объединяются и имеют для этого, скажем так, хорошие ресурсы и одну цель, то получается все очень хорошо, получается джазовый шедевр, пускай в сфере IT. Так что я желаю всем нам успеха и благодарных слушателей, то есть благодарных пользователей и благодарных продюсеров, которые платят за это. Спасибо. Спасибо. Я вот услышал, я услышал вот один момент интересный, да, и мне напомнило вчерашнюю дискуссию просто, ну, не дискуссию, а скорее некоторые моменты из вот того, о чем рассказывала Марина Аншина. У нее красивое было такое сравнение по поводу там процессная модель и модель муравейника, да. А вот, и вот по поводу чувства локтя, кто находится рядышком, да, и каждый профессионал, это больше все-таки вот муравейник, а не процессная модель. Ну а для того, чтобы там аналогия была полная и понятна, почему это возникло, то есть вот как бы всем известна там некая такая картинка, да, когда там один человек выкапывает яму, второй закапывает. Спрашивает, что происходит, да, говорит, ну просто третий не пришел, который там деревья вставляет в ямки, да. Это вот яркая иллюстрация там процессного подхода. Так вот, в процессном подходе действительно так получается, да, а вот в муравейнике нет. То есть в муравейнике перераспределяются автоматические обязанности там между людьми, ну и появляется кто-то третий, да, то есть который это деревце поставит. Вот, собственно говоря, разница между там оркестром, да, хором. Не пришел человек, все, и скоро голос выпал. А в джазе быстренько перестроились, и получилась другая мелодия, может быть, из-за того, что кого-то выпал. Ну, музыка, опять же. Вот, собственно говоря, сегодняшний бизнес, он выглядит так. Что-то выпало, как-то урегулировалось там, что-то изменилось, но в целом движение продолжается, и процесс продолжается. Пожалуйста, коллеги, дальше. Добрый день. Моя фамилия Домбровский, имя Томаш. Я здесь журналист, но IT-журналист. Я просто пользуюсь, так сказать, пониманием хозяев. Здесь присутствую, чтобы узнать, какие новые идеи появились. Отвесные или неотвесные. Ну, короче говоря, мое так более пассивное присутствие здесь. Так что извините, пока я воздержусь. Хорошо, спасибо. Добрый день, меня зовут Владимир, фамилия Нетавровна, компания Rovix. Одна из задач, которую я выполняю, это оптимизация, это консультирование по оптимизации развития IT-инфраструктур. В том числе у меня есть, согласно нашей теме разговора, несколько небольших джаз концертов, оркестров, компаний, которые мы поддерживаем, которые мы развиваем, которые мы стараемся научить их вести себя правильно с точки зрения IT. Вот. Спасибо. Ваники Виктория, независимый консультант, теперь уже независимый, проведя 10 лет в IT-структурах, также имею право, могу себе позволить быть таким консультантом, который работает, вот, как сказали коллеги, с теми собственниками, которые видят все где-то там у себя в голове, но излагают тебе для того, чтобы ты построил им правильно бизнес-процессы, в которых ты разбираешься. Ну, учитывая там мой опыт в международных компаниях, где, как ни странно, работает все именно так, как хочется всем. То есть все знают, куда бежать, кому бежать, зачем и что они с этого поимеют. Это, например, Avaya или IBM. И наши неструктурированные, любимые украинские компании, типа NTT Telecom, Ukrtelecom,
да, где нужно что-то выстраивать и понимать, надо это или не надо вообще. Мне приятно, что есть и коллеги консультирующие, да, звенья тех же собственников. Сейчас собственники стали умнее, слава богу, с некоторыми из ними очень умными, приятными людьми. Я училась на MBA образовании, и мне приятно их видеть там, где они много нового для себя, в том числе в IT-структурах, узнают. А вот к Ярославу, я так, чтобы круг закончить, к Ярославу у меня особое будет внимание, поскольку сейчас на нескольких проектах я предложила, и так оно понравилось, это решение Bittrex24, но в виде облака, не в виде коробочного продукта, поэтому мне особо интересно будет послушать ваше мнение по этому поводу и что можно оттуда поиметь для них, для собственников и для компании. Спасибо. Спасибо. Ну и я Бузмаков Владимир, да. До недавних пор всегда был внешний консультант, а последние 3 месяца внутренний IT-директор. Так что переквалифицировался из внешнего дирижера во внутреннего. Теперь могу оценить с обеих сторон. Может быть, поэтому картинка IT-джазмена стала гораздо ярче с тех пор, как начал работать внутри. Хорошо, значит, у нас еще есть Юрий, который помогает нам организовать интернет-трансляцию, всегда находится за кадром. Но мы его фотографируем иногда и выкладываем в интернете, так чтобы видно было как бы заслуженных героев. Вот. И Валентина Ивановна у нас там еще есть. Она скромно молчит, ну ладно, вчера представлялась, сегодня можно пропустить. Вот. Я думаю, что по ходу к нам еще ряд коллег присоединятся, во всяком случае, должны присоединиться. А сейчас, я думаю, мы уже перейдем к докладной части. Вот, я хочу пригласить Сергея сюда. Да, пожалуйста.